Давайте назад. Даже заставили меня заплакать. Какие у вас чувства? Вот плачут. Считаете, это личной победой, либо победой всей национальной литературы? Ну, я думаю, мы же все стоим как бы не сами по себе. Это и мой род накопления, и накопление, конечно, культуры вот этой всей советской, постсоветской культуры, белорусской, русской. Чому вас дагэтуль не павіншаваў беларускі прэзідэнт і беларускі міністр культуры, і як увогуле да вас ставіцца беларуская ўлада цяпер? Ну, беларуская ўлада делает від, што меня нет, меня не печатают, я не могу нигде выступать. Во всяком случае, белорусское телевидение, я не помню, чтобы оно мне звонило. Чувствую, что это моя родина, моя земля. И в то же время моя бабушка, моя мать, они украинки. Я очень люблю Украину. И вот когда я недавно была на Майдане, на площади, там, где, значит, и видела эти фотографии молодые Небесной Сотни, я стояла и плакала, да. Это тоже моя земля. Я люблю русский мир, только я, правда, до сих пор не могу понять, что они имеют в виду. Если иметь в виду русский мир, который за пределами русского мира, да, это или вообще все вместе, я люблю русский мир, скажем так, добрый русский мир, гуманитарный русский мир. Тот мир, перед которым до сих пор поклоняется весь мир, перед той литературой, да, перед тем балетом, перед той музыкой великой. Да, я этот мир люблю. Но я не люблю мир Берия, Сталина, Путина. Это не Шойги, это не мой мир.